Мощный пожар вспыхнул на военном складе США в Южной Корее. ЧП случилось на американском объекте, который расположен в городе Пусане. Там хранили технику и строительные материалы. Возгорание началось вечером. Огонь вспыхнул в момент, когда одни рабочие подсоединяли трубы к холодильным установкам, а другие сотрудники укладывали строительные материалы. Известно, что на складе хранились резина и каучук. Это и привело к образованию густого черного дыма, который можно было наблюдать из многих районов города. На место ЧП экстренно прибыли больше 160 пожарных и около полусотни спецмашин. С пламенем боролись больше часа. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Вчера в половине седьмого вечера было много дыма. Поначалу огонь был слабый. Я подошел ближе. Смотрю, пламя полыхает. Многие люди подошли. Всем стало любопытно.